Четыре самых активных представителя молодежного парламента во главе с его лидером Денисом Мартыновым написали заявление о приеме в партию «Единая Россия». Эти ребята уже давно являются сторонниками партии, активно участвуют в волонтерской работе. Среди них и Денис Мишин. Я долго думал по своей общественной деятельности, как дальше развиваться, как расти, как вообще делать хорошие, добрые дела, как помогать людям. И я понял, что действительно единственный способ – это сделать это непосредственно с правящей партией. Только в команде можно решать какие-то глобальные проблемы. Всего в молодежном парламенте таких активистов около 10. Старшие товарищи по партии обещают новобранцам всестороннюю помощь и предлагают создать молодежную партийную ячейку для генерации творческих идей. В их реализации помогут опытные единороссы. Я вот как бы тоже был когда таким молодым, вступал в комсомол, тогда было вот это лидирующее такое движение для молодежи. Значит, и на мой взгляд, сейчас это тоже очень важно. И мы, конечно, приветствуем вступление в нашу партию. Ну, очень активных людей, которые хотели бы как-то себя проявить, что-то сделать для нашего городского округа и поселения. Вячеслав Киреев и исполнительный секретарь местного отделения партии Лариса Белоусова предлагают молодежи активно включаться в работу, участвовать в уже запланированных мероприятиях и самим придумывать акции. Главное условие – акции не должны проводиться для галочки, а обязаны быть актуальны и эффективны. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».